про психушки. А я... Я стояла, слушала, у меня земля уходила из-под ног. Единственное, что я смогла пролепетать, это... Ну ведь Ленин... Ленин, он все-таки был хороший. Мой мир раскололся на две половинки, как грецкий орех. Одна половинка – дом. Другая. На гель ворона скромостясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. Эту беду лиса присохом обижала. Лисица видит сыр, лисицу сыр принял. Вдоль по улице метелица метет, за метелицей, мой миленький, идет. Белой мраморной лестницей. Я стою, мне прям трясет. Вот встаю около этой лестницы. Лестница судьбы. Сейчас объявят результаты счастливчиков, которые поступили. И вот, с самого верха начинает спускаться тучная дама с огромной халой на голове и со списком в руках. Дойдя до середины ступени, она останавливается и, как Всевышний суд, начинает зачитывать фамилии. Лаврова. Кириллов. Бульба. Девоченко. Мушкатина! Что? Она сказала Мушкатина? Она сказала... Единая растерянная улыбка. Вообще он был похож на теленка. Это было как полет синего неба над облаками. Никто на нем не играет. А сколько у меня было?
приехали люди и стали его подматывать берег. Прямо тащит к выходу. Тащит. Я стою, у меня слезы градом. Не могу я с тобой расстаться. Лена! Выгнал всех. Месяц пианино посреди комнаты стоял. Что молчишь? Почему? Ну что ты молчишь? Он безбашенная юность. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, потому что нужно тебя найти, как на рынке поменять. Что они